Лазерная коррекция зрения – это больно? Отвечает Дановский Игорь Валерьевич, врач-офтальмолог высшей категории клиники «Эксимер». Процесс лазерной коррекции зрения проходит под действием местной капельной анестезии. Боли пациент не испытывает. Некоторые говорят лишь о том, что чувствовали небольшое давление на глаз. Но не более. Несколько неприятен по ощущениям послеоперационный период. Могут быть небольшое жжение, чувство песка в глазах, слезотечение и светобоязнь. Но современные методики проведения коррекции позволяют свести этот этап к нескольким часам. И, разумеется, врач даст рекомендации, как минимизировать неприятные ощущения. Обычно в ближайшие дни после вмешательства пациент уже может жить привычной жизнью, наслаждаясь хорошим зрением.